Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову. В послании главы государства говорится: «Уважаемый Сергей Алимович, с чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горе невосполнимые утраты от имени народа Азербайджана и от себя лично, выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в письме.